Сегодня хочу вам рассказать и показать о таком очень нужном приборе. Это вот такой вот утюжок-отпариватель для волос. Я его купила на интернет-портале Amazon. Прежде чем покупать какие-либо продукты, да, на Amazon, я, конечно же, читаю отзывы покупателей. На этот утюжок было самое большое количество положительных отзывов. Вот. И я пока еще, слава богу, не прогадала, покупая много чего на Amazon. Действительно, читайте обязательно отзывы, вот, перед тем, как покупать. Итак, почему я купила этот утюжок, именно отпариватель? Пользуясь обыкновенным утюжком, мои волосы просто стали настолько сухими, что уже никакие мази, бальзамы и масла просто не помогали. И мне мой парикмахер посоветовал купить вот такую вот штуку, утюжок-отпариватель. Сейчас я вам покажу, что он себя представляет. Во-первых, какой плюс у этого утюжка, что у него очень длинный электрический шнур. Вы можете его подсоединить, я не знаю, наверное, метра два точно имеет. На такое расстояние, какое вам хочется. Вот это очень удобно, потому что обычно у утюжков они очень короткие и неудобно ими пользоваться. Итак, здесь есть вот такое отверстие, сейчас я вам покажу. Вот видите, я его сняла специально вам показать. Вот оно вот так вот вставляется. Здесь вот видите, трубочка есть, которая потом распределяет воду, которая вот сюда наливается. Так, вот такой вот пузырек был вместе с набором, в наборе вместе с этим утюжком. Так, что советую насчет воды? Старайтесь залить либо воду родниковую, отфильтрованную, либо кипяченую воду. Вот. Заливаем сюда, вот прямо через это вот отверстие, видите, заливаем воду. Я не знаю, видно вам или нет, но там вот заполняется, вот видите, заполняется. Прямо через это отверстие. Так. Вот видите, оно вот, вот такое количество. Вы не бойтесь его переполнить или что-либо. Оно само вам даст знать, сколько вам нужно воды. Просто оно туда больше не поступает, вода. Вот она идет назад. Это будет означать, что воды достаточно. Теперь подсоединяем. Все очень легко и просто здесь происходит. Так. Вот. Надо было использовать две руки. Так, теперь я его вот подсоединила. Видите, вот такой дисплей здесь есть. Так. Регулятором. Он должен сейчас нагреться. Оставляем его нагреться. Вот видите, что он из себя представляет. Очень удобный. Такой, не, он не сильно тяжелый, но и не легкий. Такой массивный. Качество хорошее. Нравится мне качество. Видно сразу, когда качественно, а когда нет. Вот видите, максимальная температура 230 градусов. Можно его поставить на замок, чтобы потом кнопки вам не давали сбой. Вот видите, когда вы прижимаете волосы, вот видите, вот такое происходит. Это пар выходит. Вот вы когда прижимаете волосы, выходит пар. Очень классная штука. Я уже попробовала его на самом деле. Я всем советую этот утюжок. Во-первых, он сохраняет волосы здоровыми, не пересушивает. И вы себе сделаете любую прическу очень легко и быстро. И будете выглядеть с хорошими, здоровыми волосами, не пересушенными.